фермер из Ирландии был с головой погружен в свои заботы. Аккуратно перебирая тюки с сеном, он внезапно увидел нечто необычное. За одним из тюков сена сидели крохотные совята. В окружении дохлых мышей, испуганные птенцы жалобно попискивали и жались друг к другу. Фермер поспешил позвонить в организацию, которая занимается охраной природы и защитой диких птиц в частности. Когда мужчина рассказал им о своей находке, ему посоветовали поставить сено на место и позволить птенцам подрасти, поскольку они уже привыкли к этому месту. Кроме того, фермеру велели не использовать химикаты для истребления грызунов, ведь яд может попасть в организм совенка. Так фермер и поступил, вернув тюки на место, он вышел из амбара и аккуратно прикрыл за собой дверь. А нам остается надеяться, что совята вырастут крепкими и здоровыми. И возможно будут и дальше помогать фермеру в борьбе с вредителями. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.